Слушайте, девочки, всем привет. Вон бардак на заднем фоне. Короче, девчонки, по заднему фону вы можете судить о том, успеваю я вообще что-то или нет. И, девочки, когда я не успеваю, у меня на заднем фоне бардак. Сейчас я окна закрою. Всем привет, мои хорошие. Мы сегодня с вами едим тануки. Да. Я долго не хотела заказывать тануки, я считала, что это очень скучно. По факту, девчонки, очень хорошая упаковка, пока что качество роллов мне тоже очень нравится. Давайте пробовать, пока Арина спит. У нас с вами есть 15 минут. Так, всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Мы с вами давно не виделись. Девочки, не накрашенная. Хоть спасибо скажите, что голову помыла. Но я вообще ничего не успеваю. Я не знаю, как так. Арина очень требовательна к вниманию. Может быть, так с первым ребенком, но я правда ничего не успеваю. Кажется, что тут плачет, знаете, уже. Так, вот этот ролл неплохо, хорошо. Это фирменный ролл Тануки. Давайте попробуем, он у них самый популярный, самый залайканный. Вкусный, знаете, такой цитрусовый соус. Вкусно. Мне ребята писали: Кать, почему ты не снимаешь, когда Арина спит? Ребята, она спит днем. Очень мало без меня. И обычно, когда вот я уже все приготовлюсь к съемке, она просыпается, понимаете? Так, это типа... ну, с угрём. Настроение, честно, я в депрессии в какой-то нахожусь. Почему? Знаете, хочется ходить на спорт, хочется как-то жить. А мир, получается, вокруг ребенка крутится. У нас, кстати, здесь с вами есть десерты. Это медовик такой. Ой, не медовик, а сметана какой-то у них тортик. И я вот заказала такие сладкие роллы. Это фрукты, если что. Вот попробуем с вами тоже. Ребят, поэтому... Не знаю, я даже, знаете, как сейчас... Как бы в Телеграм не захожу, ничего не пощу, не пощу там, потому что... Ну, у меня просто Арина съедает все время, а я Арину не очень хочу показывать вообще. Ну, просто, типа, знаете, сейчас как-то в интернете такой хайп поднимается, что вот, не надо показывать детей. Я, в принципе, с этим согласна, это мой канал, это же не ее канал. Возможно, со временем я и буду ее показывать, но пока что, я, ну, просто нет смысла ее показывать, внедрять как-то ее в этот контент. Ну, короче, не хочу, она еще очень маленькая. Но я как бы целый день с ней, и я даже не знаю, что мне выкладывать. Вот, ребят, скажите, вам было бы вообще интересно, ну вот кто в Телеграм мне подписан, ну смотреть даты мои будни, мне просто кажется, это никому не интересно. Хотя, так всегда кажется, а потом людям интересно, в общем. Скажите, как вам? Хочется, знаете, чтобы у меня было видно и роллы, но это невозможно. Или я не умею просто с камерой обращаться. В общем, я сейчас в таком небольшом депрессии нахожусь. Голодная. Знаете, когда она была малышкой, прям совсем маленькой, мне, может, даже было попроще.
Не знаю, ну, в общем, я очень жду, когда ко мне приедут мои помощники. Потому что дни, ребят, пролетают. Кажется, что ты ничего не делаешь, как будто бы. Но ты же воспитываешь ребенка, да, с одной стороны. Короче, не знаю. Такое вот состояние сейчас, прикиньте. Хочется, знаете, там сесть на диету, хочется там постранить. А у меня не получается, потому что я кормлю, я хочу есть очень сильно, всегда практически. То есть, знаете, я в беременность так не хотела есть, как я хочу есть сейчас. Слушайте, тануки действительно нормальные роллы. Абсолютно. Ну вот. Взяла немножко. Даже не накрасилась. Ребят, подумала просто, пока я буду краситься, она уже проснется. Лучше снять, пусть не накрашенная. На самом деле нормально. Ну, тоненькая рыба, вы видите, да? То есть они такие небольшие роллы на самом деле, но... Тут я зашла в магазин у дома рыбный, и они там делают роллы. И у них вот такой вот ролл стоит 750 рублей. В тануке он стоит 750 рублей. И я посмотрела на это и подумала, нет, ну, извините, я не буду вас брать, потому что это просто рыбный магазин. А продают как будто бы это кафе. Мне кажется, в рыбном магазине должно быть чуть подешевле, да? Просто, если честно, глотаю буквально эти роллы, потому что боюсь, что Арина проснется сейчас. Ой, ребят, ну, в общем, пока у меня такое состояние. Я вот очень хочу пойти, знаете, на курсы массажа. Господи, рис тут. Я хочу пойти на массаж антицеллюлитный. Мне бы он помог, знаете, меня привести в форму. Но я не могу пока пойти. Ну, такое вот у меня. В общем, я жду, когда Арине будет полгодика. Мне кажется, вот полгодика — это какой-то такой момент, когда можно уже надолго оставить ее. Ну, ее, в принципе, и сейчас можно оставить. Стыдить просто. Ну, просто и некому особо оставлять. Все сейчас лето, все уехали из Москвы. У нас сейчас жара, плюс 30, мы особо даже не гуляем. Сегодня утром вышли, сейчас еще вечерком выйдем. Ребята, вы видели сейчас мою квартиру? У меня просто тут бардак, завал. Вчера вообще я спала целый день. Ну, в общем, мне кажется, знаете, я еще просто вхожу в этот режим, и... Ну, пока в таком, знаете, в раздрае нахожусь. Хорошо, что Саша гуляет с собакой. Потому что, ребят, все-таки сложно совмещать и собаку, и ребенка. Если думаете заводить собаку и ребенка, ну даже не знаю. Если вот у вас будет собака без поводка гулять, то да. Знаете, такая добрая. У нас Чарли вообще не такой. Его без поводка не отпустишь никуда. Поэтому нам сложно. Вот эти роллы вкусные. Ну. Ну, рис, ну как бы хрен его знает, ребят. Я, знаете, хороший ролл, не вау. Ну вот так. Если думаете, можно зайти поесть. Вы смотрите мои видео с роллами, там я говорю, которые вау.
по мне, в этих роллах немного суховат рис. Знаете, они нет яркого вкуса. Я люблю, когда прям вкусно. Здесь, мне кажется, суховат рис. И это как-то все не тает, в общем. Роллы не тают во рту. Поэтому, ребят, вот правда, поддержите, кому актуально вообще Телеграм. Я реально не снимаю. И знаете, я хочу снять, потом думаю, да чего я буду снимать? Ну вот такое, понимаете, какая такая депрессия у меня. Не депрессия, просто я в ребенке, я не знаю, мне кажется, что... Ну, вы знаете, мы как бы тут стараемся ездить, тоже гулять. Вот на выходных мы ездили гулять. Не сидеть дома, потому что дома, девчонки, вот кто просто дома сидит, это правда тяжело. То есть мне вот надо куда-то сейчас ездить. Я хочу, знаете, куда-то сходить, вот на выставку, в галерею куда-то. Потому что так вот сидеть... Сейчас, возможно, запишу это видео и начну в Телеграм что-то постить, потому что... Так вот, как-то одно за другое тянется. А вы как ваши дела? Давайте попробуем сладкий ролл. Смотрите. Так, немножко тут разваливается уже. Ну вот опять, знаете, по вкусу. Это не воздушное. Не сладкая. Там указано, что в этом ролле 500 калорий. Я не знаю, откуда он как будто бы ппшный. Но не мое. Я никогда не пробовала такие роллы. Не знаю, может, они есть где-то вкусные, но как будто фруктики нарезанные. Ну, знаете, безвкусно. У них проблема... мне кажется, с этими. Чего-то не хватает. Не хватает сладости конкретно. Тут вот был фирменный соус. Я не знаю, для чего это. Сливочный сыр в таком шоколадном блинчике. Вообще ставки на вот эту вот штуку у меня. Давайте пробовать. Выглядит очень круто. Выглядит очень круто. Так. Ребят, ладно, сейчас я тут вот так сделаю. Слушайте, красота вообще. Вот это круто. Смотрите. Малиновый сметанник. Коржи как будто бы с орехом пекан. Как будто бы тут есть соленая карамель. Очень вкусно. Очень вкусно. Роллы 3 или 4 из 5. Вот это очень вкусно. Это прям 10 из 10. Рассказывайте, как ваши дела? Есть тут мамочки у меня. Ну вот. Как бы, знаете, тут еще есть дети вообще спокойные у людей. Арина тоже спокойная. Она дает нам поспать, она ночью спит. Но ей в течение дня нужно очень много внимания. Она не любит быть одна, и это естественно. Ох, ребят. Ладно, сейчас просто такой период. Я думаю, что это просто надо пережить. Но со сном у нее все нормально. Она вот сейчас спит, ночью она спит. Она любит поспать. Завтра пойдем делать прививки. Очень вкусно. Вот этот десерт советую, кто будет там в Тануке.
Я не понимаю, где он малиновый. Указано малиновый сметанник, но он больше, знаете, карамельный, что ли. Я вообще не вижу здесь малины. Он больше карамельный. Не знаю, что даже рассказать. И знаете, мне так давит, что я не снимаю. Просто я каждый день думаю, блин, не снимаю. До этого, что я вам говорила, буду каждый день снимать. Ребят, нереально. Что еще у нас новенького? Ну, в общем, с собакой. Если правда думаете о детях в ближайшее время, мне кажется, лучше... Собака круто, классно. Ну, просто очень много же, нужно тоже много внимания. И прогулки, и все такое. Конечно же, мы Чарлика любим. Но если вы думаете заводить, только если очень хочется. Мне вот реально очень хотелось, и я бы, наверное, без собаки не смогла. Я бы с ума сходила. Ну, то есть вот я бы без собаки не смогла. Если вы такая же, как я, заводите. Я там ныла, что мне нужна собака. Плакала реально. Вот, девочки, поэтому если вы прям не можете без собаки, заводите. Если можете, то подождите лучше. В общем, такой вот мукбанг получился. Такая вот еда. Честно, голодная была. Наелась. Вот это я вообще не понимаю. Я это никогда не заказывала, потому что мне казалось, что я это не пойму, и правда так. Но, может быть, где-то есть вкусные такие роллы. Сейчас быстренько попытаюсь это все смонтировать и выложить. Буду стараться почаще снимать. Девочки, снимаю вообще, как получается. Я реально себе за это так... Ариша дала нам снять, представьте. Я вот сейчас поела и успокоилась немножко. Прикол, я полюбила квас. Я полюбила квас, я полюбила камбучу. Это чайный гриб. Хотя раньше вообще такое не любила и считала, что фу, какая гадость. Сейчас вот это мои любимые напитки, я с удовольствием их пью. Квас, камбуча, что еще? Кофе мало пью. На следующей неделе приедет моя мама. А еще, кстати говоря, на следующей неделе мы едем в отпуск. С Аришей первый раз. Посмотрим, как получится. Я думаю, что все будет хорошо. Заказал бы еще раз останухи. Нет. Но в целом, если выбирать между, допустим, якитори и тануки, я бы выбрала тануки. Мне понравилось вайну суши и эти роллы, знаете, похожи на роллы из много лосося. Ребят, я наелась. Так что ждите видео, подписывайтесь, пожалуйста, в Телеграм, пишите, кому что-то актуально. Кстати, даже я там у девчонок спрашивала в Телеграме, типа, что снять, какую еду. И это было, наверное, неделю, наверное, назад. Девочки отвечали, там, что снимать. И я, ребят, даже, прикиньте, ну, не сняла, во-первых, в тот день. И потом даже не заходила, потому что мне было как-то стыдно. Ну, в общем, вот так вот.
У всех свои тараканы, да, в голове? Сегодня даже я не думала никакую тему, ничего не думала, просто мне хотелось поговорить немножко, высказаться. Обычно, когда высказываюсь, мне становится проще, как бы я делюсь своими эмоциями, волнением, переживанием с вами, и потом мне проще что-то снимать. Просто моя такая терапия. Да? Да. Я же похудела сразу очень хорошо, и потом, ну, в какой-то момент у меня вес встал и так стоит. Правильно, потому что я кушаю, я, знаете, как хочу есть. Всегда, вечерами. Особенно вот там, когда, может быть, Ирина, там какой-то у них там день у нас был, там наплакала, может быть, вечером или еще что-то. И прям, знаете, так хочется заесть шоколадом. Ну, то есть ты вот в напряге целый день, и потом тебе хочется просто душу отвести, как бы. Ну, стараюсь, ребят, сдерживаться. Честно, стараюсь сдерживаться, стараюсь не наедаться. Для меня еда — это, конечно, такое, знаете, как, ну, вот, сродни что-то алкоголю. Вот кому-то напиться, да, вот мне поесть шоколада, вот у меня так. И тяжело, конечно, это сдерживать. Вот реально хочется прямо. Но стараюсь, потому что хочется также и похудеть на 10 килограмм еще. То есть я сейчас вернулась к весу, который у меня был до беременности, но до беременности я уже была с плюсом хорошим таким. Я хочу вот этот вес скинуть. Я знаю, как его скидывать. Во-первых, надо будет начать ходить в зал, наращивать мышцы. Не знаете, не чтобы вот худеть прям начать ходить в зал, нет, надо просто повысить свою активность. И я бы хотела, знаете, когда в зале занимаешься, потом такой окрылённый выходишь. И пойти на массаж антицеллюлитный. Когда тебя мнут, вот эту всю лимфу разгоняют, вот эти все отеки. Потому что я считаю, что у меня там, ну, жира есть, и также очень много отеков. И вот эти отеки, они сходят, и ты за счет вот того, что отеки ушли, сбрасываешь тоже. И там уже рог видно становится, да, где надо поработать. Но пока мечты только у меня такие. Я не представляю, допустим, как вот мне уехать на 2 часа, Арину оставить на 2 часа. А я могу ее оставить на час, да, там, и быть где-то здесь поблизости, что если когда она заплачет, прийти. Вот, но я думаю, что можно эту будет проблему решить, просто сцеживаться и, допустим, оставлять Рин там с бабушкой и уходить, заниматься своими делами. И я вот как раз думаю это начать делать с августа-сентября. Попробовать хотя бы, знаете, тестово. В тестовом режиме даже, наверное, первый день, знаете, не идти сразу там на массаж, за 3-9 земель, нет, просто уйти. Да, там оставить молоко, уйти и посмотреть, как будет вообще. Если будет хорошо, уже в следующий раз уйти в настоящий массаж. Мне кажется, надо так делать, так как вот если одной всегда и без какого-то отдыха, без всего, это правда тяжело, ребят. У меня получается сейчас в Тарине скоро 4 месяца, и ну вот 4 месяца мы прям с ней очень плотные, и мне... Ну, прям потребность появляется, знаете, куда-то вот уйти, что-то поделать такое. Я думаю, это нормально, поэтому если у вас тоже так, просите о помощи своих близких и занимайтесь собой. Фух. А я что? Пойду. Сейчас все быстренько приберу, пока она спит. Потому что сейчас проснется. Знаете, когда она просыпается, к ней надо 100% внимания. С ней надо вот ходить, ей все показывать, рассказывать, играть, там, делать массажики, смешить. Такого не бывает, что вот она ее положил, и она лежит. Она может так полежать 2 минуты, и потом начинает плакать, типа, иди ко мне, развлекай меня. Такой вот малыш. Но я думаю, что, может быть, это из-за меня, то, что действительно я ее избаловала своим вниманием, что я всегда рядом, что вот, ну, как бы ей вот это... Но мне кажется, ребенку этого и хочется. Но я не понимаю, как люди с 2-3 детьми. Там, наверное, уже ты просто в таком потоке находишься и все. Вот так.
Но я думаю, это первый год такой, да? Потом-то ребенок уже ходит. Он уже сам там что-то играется. Все равно надо участвовать, но... Вот я вам говорю, от Рины я вообще не могу отойти. Это я. Может быть, это все из-за меня. Не знаю. Ну, кстати, Чарли с Ариной дружат. Она на него смотрит, но еще к нему ручки не тянет, нет, просто на него смотрит. А он любит с ней играться, знаете, так он бегает вокруг нее, напрыгивает на нее. Типа так ам-пам-пам. Шутит как бы. Так играет. Вот, поэтому я переживала, как он к ней. Вроде он к ней очень хорошо. Знаете, кто к нам приходит, он всегда рядом, он всегда охраняет ее. Поэтому это здорово. Хотя бы в этом плюс. Так, ну, во всем плюс, на самом деле, все хорошо. Просто я загоняюсь. Так все прекрасно. Все, ребят. У меня, кстати говоря, лежат сладости азиатские. Два пакета. Один из Таиланда, другой из Китая. Чё, снимаем первое, как думаете? Следующее видео будет как раз с этими сладостями. Все, надо их снять, надо их обозреть. Будет обзор сладкий. Мы хорошие, я хоть и разговорилась, если честно, начинала с таким с надрывом каким-то на душе, сейчас разговорилась, и прям мне хорошо стало. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм, мне это важно, приятно. Ребят, я обязательно вернусь в прежний ритм, просто пока вот такие качели, и, знаете, по мере своих сил я это все делаю, по мере своих сил, потому что, правда, много сил уходит. Тут ко мне была Маша и говорит: Катя, с таким, ну, как бы, с таким темпом можно и выгореть. Я говорю, ну да, ну, это как бы действительно такая работа. Знаете, я на работе сейчас. Вот, а в Тануке советую вам попробовать вот этот малиновый сметанник, хотя он вообще без малины, он как будто бы не малиновый, а карамельный. Странно, что назвали его малиновый. Ну, роллы, все вам уже рассказала. Ребят, спасибо вам большое, что здесь, что со мной. Встретимся с вами очень-очень скоро.